Всем привет, дорогие друзья! Вы снова на нашем канале о вкусной еде. Если вы еще не подписались на наш канал, то рискуете остаться без наших чудо-рецептов. Скорее подписывайтесь и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Сегодня готовим котлеты по-домашнему. Для этого нам потребуется мясо свинины 2,5 кг, сало 500 грамм, лук репчатый 4 большие головки, 3 большие картофелины, чеснок 5 зубчиков, белый хлеб 300 грамм, яйца 2 штуки, соль, перец по вкусу и мука. Все это мы перекручиваем на мясорубке, перемешиваем, добавляем соль, перец по вкусу, разбиваем 2 яйца. После этого фарш хорошенько отбиваем, чтобы котлеты получились пышные, сочные. Лепим уже из готового фарша котлетки. Обвалим их в муке. Мы так больше любим и жарим на разогретой сковородке с каждой стороны по 15 минут на среднем огне. И тогда у вас получаются вкусные сочные котлеты, которые не надо будет тушить или ставить в духовку, чтобы они внутри пропеклись. Вот такие котлетки у нас получаются. Вкусные, сочные. Очень аппетитные. Мне уже так и не терпится откусить. Всем приятного аппетита!